подкаст. Ваши эмоции оправдались от проведенного времени и вообще от проекта? Мне вообще кажется, что нас подслушивали, потому что мы только что с Ярославом об этом общались, и я ему ответил, что мои ожидания превзойдены. То есть я ожидал одного, получил это и чуть сверху этого. Да, я абсолютно согласен с Мишей, потому что эмоции добрые, достигнуты, и много интересного в целом, и как сами знакомства. Мне безумно нравится, все очень круто, очень клево организовано, но на высочайшем уровне. Было ли у тебя волнение перед сегодняшним мероприятием? Ведь ты сегодня практически главное лицо этого вечера. Я очень волнуюсь, и даже сейчас я безумно волнуюсь. Все очень добрые ребята, очень позитивно реагируют, когда нужно улыбаются, когда нужно смеются, когда нужно аплодируют, и это очень приятно. Как ты думаешь, почему выбраны были сегодня именно эти тона для дресс-кодов? Я считаю, что данные тона – это именно та атмосфера, которая создает вечернее мероприятие. Золото, черный, белый, красный – это торжество, это красиво, это стильно, это интеллигентно, это очень по-светски. Какие тебе запомнились больше всего спикеры? Спикер, который сегодня выступал, благодаря которому я, в принципе, понял, что приехал сюда не случайно и не просто так, это представитель Twin Brothers Сергей Неглинский. Спасибо организаторам за максимально комфортные условия. Продумано абсолютно все. От момента нахождения в гостинице. Отличный отель, хорошее размещение. Очень грамотно организованные вечера. И я люблю профи-арт за то, что здесь продумано абсолютно все. Расскажи, что ты получил от этого слета ведущего? Во-первых, новые знакомства, новые впечатления, опыт, обучающие тренинги, которые мы с вами проводили, в том числе бизнес-игры, на которых просто люди, такие же коллеги, как и я, ведущие, делились друг с другом идеями. Вот в чем задача, мне кажется, форума была подчеркнуть эти идеи. А дальше ты сам развивай их, стремись к тому, чтобы ты был лучшим среди своих коллег в своем городе. Лично для меня это был первый опыт такого масштабного международного мероприятия. Я в восторге, я обязательно возьму все на заметку. Удивительные спикеры, которые просто наполнили. Хочется идти и делать, и творить, и быть лучшими в своем регионе. Огромное спасибо организаторам. Я приеду еще. Меня поразили бизнес-тренинги. Вот эти моменты, конечно, просто вау, потому что именно этого нам, наверное, пожалуй, не хватает. Именно моменты построения бизнеса, того, как зарабатывать, как этому научиться, как почистить свое портфолио, я в восторге. Я на профи-арт уже во второй раз, и это уже показатель, потому что мне захотелось приехать во второй раз, и я уверен, что я приеду в третий и, надеюсь, в четвертый раз. А за ведущих я получила, впрочем, как всегда, бесценный опыт, общение с дорогими коллегами, с которыми я не имею шанса пообщаться, поделиться опытом в течение года. Я встречаю их раз, подумал, может быть, два, и очень счастлива. Я получил как минимум 50 новых знакомых, получил колоссальные впечатления, огромную базу знаний, ну и, конечно, мотивацию жить дальше и радоваться тому, что происходит каждый день. Ты впервые на профи-арте? А я с профи-артом знаком года с 13, наверное, но чтобы полноценно охватить весь объем знаний, это да, впервые. Они веселые, они веселятся. Все очень круто. Вы организаторы этого проекта, вы участвовали в организации непосредственно. Какие были сложности и как вообще прошел сам проект? Вы знаете, сложности, конечно же, были. Да, это большая объемная работа команды. Прежде всего, нужно уметь работать с командой, но, судя по всему, я думаю, что у нас получается. В целом, в общем, я очень люблю наш проект, и я считаю, что по мнениям, да, окружающих, по мнению участников, по мнению спикеров, у нас все получилось.
По мнению участников слета, это был самый яркий профи-арт. Мы будем ждать лучших ведущих России на 5-м юбилейном выпуске проекта. До скорых встреч!